Это же вещь, которая отделяет то, что невозможно отделить на тех машинах. То есть до очистка идет. Значит, у нас ребята очищали до 99,9%. Это что у нас? Значит, это сепаратор спиральный. Это очень простой сепаратор. Значит, здесь 12-заходная спираль сделана. Так. Он служит для отбора... Что такое 12-заходная? Ну, спираль... 12 заходов, рядов, да, я понял, так. 12 рядов. Вот. Значит, для чего он сделан? Он сделан для сепарации круглых семян. То есть это проса, вика, горчица, имеющие круглую форму. Так. Значит, под действием... Ну, мелких, да? Например, горох, соя, не пойдет. Ну, горох, соя, это здесь нет смысла его отделять. Решетные машины есть. Это же вещь, которая отделяет то, что невозможно отделить на тех машинах. То есть до очистка идет. Значит, у нас ребята очищали до 99,9%. Потому что на экспорт идет очень там жесткие привязки идут. Каким образом очистка идет? Значит, очистка идет за счет чего? За счет сил центробежных раз, за счет сферы самого исходного материала. Смотрите, оно раскручивается, то, что круглое. Само, как бы под своим, да, под своим весом загружается в бункер, открывается равномерно, там, чтобы равномерно загружалась эта спираль. Оно раскручивается, то, что круглое и нормальная спелость, оно выскакивает, оно выбрасывает из спирали. А то, что там корявое, меньше вес его, оно ссыпается в другой бункер и очищается. Значит, здесь нет никаких ни электромоторов, ничего. Да, его производительность небольшая, до 400 килограмм, но можно этих секций ставить сколько угодно. 2-3. Мы довольно-таки много продавали. 400 килограмм в час, да? До 400 килограмм. Но предварительно зерно должно пройти еще какую-то обработку. Конечно, да, это до очистки идет. Если, например, мы нашими машинами не смогли какой-то сорняк удалить, какой-то вот этот вот, вот эта доработка, она очень эффективна.